В День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии провели с воспитанниками Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда» тематическое занятие «Наш мир без террора». Капитан юстиции Ольга Майорова рассказала детям, что терроризм представляет собой одно из самых страшных преступлений. Офицер пояснила, что террористы с особой изощренностью идут на совершение противоправных действий, чтобы достичь своих целей. Также дети узнали о возможности соблюдения правил антитеррористической безопасности, необходимости проявлять осмотрительность во время пребывания в общественных местах, а также не общаться с незнакомыми людьми ни под каким предлогом. «Наша с вами задача – сохранить жизнь себе, своим родным и знакомым», отметила капитан Ольга Майорова. В завершении встречи в индивидуальном порядке дети задали все интересующие их вопросы, на что получили исчерпывающие ответы от сотрудников Росгвардии.